Здравия желаю! Сок Trident. Общая длина 216 мм. Длина клинка 95 мм. Заявлено производителем, а по факту 92. Сталь AUS 8. Твердость 57-58 единиц. Покрытие клинка нитрид титана. Толщина 3,2 мм. Рукоять GRN. Замок Arc Lock плюс предохранитель. Вес 102 грамма. И наконец я начинаю готовить. Сегодня впервые даже без никаких пеньков, столов, а просто на земле. Здесь мох с травкой, все красиво, все стерильно. И будет у меня жареная картошка с салатом сегодня. И картошка молодая, чистить я ее не буду, ну смысл, потому как здесь и кожуры нет толком. Но надо же показать, как нож чистит, поэтому почищу яблочко. Как многие любят чистить яблоко. Да, серейтором, конечно, не самое удобное это делать, но вполне нормально. И по чистке нож легкий, прям для таких размеров прям очень легкий. Люди, которые берут его в руки, которые в ножах даже не разбираются, они сразу это замечают, что нож чрезвычайно легкий. Поэтому чистить можно им отлично. И серейтор, я не скажу, что он прям как-то уж супер мешает чистке. Да, это может не так хорошо, не так идеально, как плейном, но вполне нормально. Вот какая тоненькая кожура получается. Так что смело можно мешок картошки начистить только в путь. Так, ну и попробуем, как он колет, не колет. Ну понятно, что такую большую, она молодая, плотная. Да, подкалывает до половины. Еще нормально разрезал, а тут потом расколол. Сегодня, как и во многие разы последние, без коржика. Кому интересно, он дома отдыхает, в лес я его сейчас не беру, потому как клещи. Хоть он и обработан разными препаратами, прививки, таблетки, но все равно они на него цепляются. Не впиваются, правда, конечно, но все равно на шерсть они лезут. Последний раз мы ходили просто прогуляться в лес, минут 15 по лесу походили, и после этого 10 штук я с него снял в шерсти. Поэтому до осени, наверное, он посидит дома. Ну, подкалывание, опять же, не критичное. Нарезает тоже вполне хорошо. Клинок совсем тонкий, но 3,2 это вообще не толщина для современных ножей в современном понимании. А тем более он еще сужается к его окончанию, то вполне неплохо нарезает картошечку. Тут даже сразу идет петрушка. А вот ее разрезал даже без подкалывания. Да, вот если бы не серейтор на этом ноже, ну лично для меня, прям клинок отличный такой, резучий, хороший. Как я говорил, вот полусерейторы, ну это еще на обзоре скажу, я вот для себя так, ну, не очень их понимаю, не очень они мне нужны. Так, следующий лук. И местечко, куда сегодня выбрался, особо такого ничего прям мега интересного здесь нет. А заприметил я его с другом, наверное, года полтора назад. Мы здесь ходили, бродили, и такая вот местность нетипичная для нашего региона. Такое вот, как больше как степная, что ли, я не знаю, такие маленькие сосенки еще молодые, как видно. Все вот эти мхи, травки такие, как будто луг какой-то, поросший небольшими соснами. И потом, когда картошка будет жариться, буду пить чай и покажу плюс-минус, что я тут интересного такого более-менее встретил на пути, пока шел сюда.
Далее у меня к картохе будет сыр. Сверху просто положу пластины. И вот что удобно делать серрейтером, но только не таким половинчатым, а полным, это вот нарезать сыр. Ну и здесь тоже вполне нормально это делает, без проблем отрезается. Ну и сыр такой, знаете, мягковатый, он уже, может, подтаял, сегодня довольно тепло. Нарезается беспроблемно. А теперь нарежу все на салат. Кстати, сюда пришел, мне даже налил чашку чая, посидел, позвонил другу. И мне даже не хотелось ничего начинать, насколько тут классно, душевно. А я еще такой уставший чуть был, часа полтора я шел. И хотелось просто лечь под эти маленькие сосенки и уснуть здесь. Зимой наоборот, хочется максимально быстро начать что-то готовить, что-то снимать. Потому как холодно и в движении, чтобы все это было, чтобы согреться. То летом вообще ничего не хочется делать. Самый сложный тестовый материал – огурец, который можно даже, наверное, линейкой нарезать. И помидорчик, я-то его уже на тесте резал, кому интересно, в описании будет тест данного ножа по различным материалам. Подправил нормально, довольно быстро подправился он, хотя я им открывал консервную банку ради интереса стойкости покрытия, как я и озвучивал. Ну вот, как я говорил и на тесте, с одной стороны, вот в чем и прикол полусерейтеров или серейтеров вообще. Если бы у меня вот помидор такой довольно вялый, и если бы была затуплена или какая-то подсевшая режущая кромка, именно плейновая часть, то серейтер прорезает вообще без проблем. Как часто бывает, у меня уже начинает лук подгорать, поэтому пока снял сковородку. И так как мясо я не ем, вот такой вот растительный фарш. В принципе, довольно вкусная штуковина. Сейчас это все засыплю, перемешаю и сверху сыр. И сейчас это дело все чуть подогреется, пусть там сыр подплавится, а я дорежу лучок. Вот и все, жарить это все дело хватит. Прикрою, чтобы сыр растаял. Перемешаю салат. Так, соль, перец туда. Чуть масла. Думал взять сметану, было бы еще веселее. Но не было маленькой баночки дома. Да, и теперь все это нужно как-то перемешать. Пока все это дело настаивается, я выпью чай, ну и покажу, что я сегодня видел. Хотя, как и говорил, ничего какого-то сверхъестественного, замков и прочего такого не было.
И прошел я сегодня совсем немного, может, километров 5 от точки старта. И направился к этой, местности, к этой, как сказать, поляне, или как это правильно назвать. Это даже не луг. В общем, молодой лесок, засажен молодые сосенки. А рядом находится из такого интересного, ну, относительно, это завод по производству бетонных конструкций. И возле него на раздорожье стоит дьявольский камень. Ну, как здесь это называется, как написано в Google картах и прочих местах. И вот интересно, что здесь вот все такие большие валуны в этом нашем регионе, скажем так, называются, если по карте смотреть, дьявольский камень. И у них на всех сверху или же рядом с ними стоят кресты. Камни здесь вообще явление такое очень редкое, потому как здесь нет никаких выходов горных пород, никакого там известняка и прочего на поверхность, а только встречаются такие валуны, и в основном, если при строительстве, когда раскапывают землю, то там они находятся. А так, чтобы они лежали просто где-то, ну это практически нереально. Я когда хожу по лесу или где-то вот по таким вот местам, смотрю, камень увидел, это прям ого-го, это, ну, это редкость, это достопримечательность, можно сказать. И этот валун прям огроменный, можно видеть в сравнении с моим рюкзаком на 45 литров, какой он большой. И на нем вот имеются надписи, четко видно, какой я уже и забыл, но вот видно, 1954, по-моему, да, стоит год. И более крупные цифры, я даже не рассмотрел их сам, а только когда на видео просматривал, так смотришь глазами, их даже как-то не видно. Все сливается, все какое-то серое, плюс солнце светит. А вот когда просматривал видео, то там плюс-минус так отчетливо видно с 1747, опять же, если не ошибаюсь. Ну, все это видно вот сейчас в кадре. И посередине между этими цифрами стоит крест. Ну и рядом с этим всем находится какое-то, я не знаю, то ли это было жилой двор чей-то, непонятно. Здесь вообще это даже не село, как бы перекресток дорог, но только один завод. И может, раньше здесь было село, от него уже ничего не осталось, или хотя бы хутор какой-то. И вот есть такой вот один двор, заброшенный стоит дом, ну, видимо, жилой был раньше, и несколько сараев различных строений. Ну, я, конечно же, не мог в них не позаглядывать. Теперь заглянем, что же здесь у нас под этой тарелочкой, точнее у меня. О, прекрасно, сырок расплавился, чудесно. И последнее в сегодняшней программе — это хлеб. Опять же, селитр по хлебу довольно неплохо работает. Ну и сам нож, в принципе. Вот и все. Все у меня нарезано, приготовлено. Начинаю я трапезничать. Ну, а по ножу, не знаю, как по мне, справился он довольно неплохо, даже хорошо совсем. И никак он не подтормаживал. Кстати, покрытие практически не влияло на рез как-то. Ну, то что я тут резал? Три картошки, один лук, там пару помидоров. Блин, то вообще, я считаю, неважно покрытие, не покрытие, какой строй клинка. Такой минимум продуктов в походе, каких-то в таких условиях командировочных, можно нарезать, ну, практически любым ножом. Беспроблемно. Ну, а обзор и полноценные выводы по ножу будут чуть позже. И, кстати, наперед еще чуть-чуть так забегу, такой небольшой трейлер. Планирую я следующий свой тест по продуктам. Тоже, кстати, с полусерейтором, как бы они мне не нравились. Но это будет полусерейтерный нож. Кто знает меня в соцсетях, тот уже, наверное, понимает, о чем я говорю. Планируем с друзьями выйти на рыбалочку и на берегу озера приготовить шикарнейшее блюдо. На этом все. Конец связи.